Всем привет! Сегодня у нас 16 февраля 2017 года. Наконец-то мы с Боней выгреблись на улицу. Коперья почистили, уже и ночь наступит. Боня, ну что ж ты, передай привет телезрителям. Таким образом, передам вам привет вообще. Едем мыть машину. Потому что не узнать уже, как под снегом. Вся в пыли. Ну, сейчас у нас здесь вдоль дороги стоят все такие. Вот вдоль дороги. Где это вдоль дороги? Стоят машины. Это бесплатная парковка. Ну, нужно быть очень счастливчик, чтобы занять тут место. Вчера я переставилась сюда. У меня есть свое место за домом. Но у меня были клиенты и все на машинах. А встать им надо. Поэтому я ему с утречка освободила свое место. И тут влезла. Слава Богу, было место для меня. А они, когда стоят вдоль дороги, каким-то, видите, как пылью какой-то припадает. Я думаю, это, не знаю, может быть, с дороги поднимается какая-то особая пыль. Но они все такие грязнющие стоят. Поэтому поедем... Помоемся. Она и была уже засрана. Тут пыль с дороги. Как пыль с дороги. Посмотрите на нее. Такой, знаете, красный с налетом. Потом вам покажу, когда мы вымыты будем, помыты. Это наш дом. Длинненький такой. Боня, поехали. А сейчас перед мытьем заеду на озеро. Пусть он чуть-чуть погуляет. Покажу вам озеро. На этом озере расположен Эльдер Центрум. Это дом престарелых. Красота. Как отель. Я там тоже буду жить. В старости. А что, у них свои комнаты. Как отельные номера. Поэтому, почему нет?